Пора уже заплатить, Джек. Ты был капитаном жемчужины 13 лет. Таков назначенный срок. Знаешь ли, я плавал 2 года, и команда учинила бунт. Ха, значит, ты плохой капитан, но капитан, как ни крути. Или ты не величал себя все эти годы? Капитаном Джеком Воробьем! Я заплатил, прислал к тебе на службу душу, он ведь здесь? Нет уж, одна душа другой не стоит. Ага. Значит, в принципе, предложение устраивает, осталось сойтись в цене. В цене? Сколько тебе надо душ взамен моей души? Пришли 1000 душ. Через 3 дня. Да ты золото! Верни мальчонку, и я за ним. Я его заберу в качестве задатка. Останется всего 99. Слыхал про Уилла Тернера? Он смельчак, благороден и поет сопрано. 4 стоит. Ну, 3,5. Я не упоминал, что он еще и влюблен в красотку. Жениться намерен. Помолвлен. Разлучить его с ней и ее с ним — это вполовину не так жестоко, как разрешить им связать себя узами брака. Да? Я беру его. 99 душ. Достань. Объясни-ка, Птаха. Ты с этим сможешь жить? Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы, а сам будешь веселиться, гулять и пить. Да, это по мне.